В первенстве по футболу принимают участие 9 школьных команд. Сегодня последний день игры. На поле юноши 8, 9 и 11 школ. Они разыгрывают призовые места. Ребята сильные, но у меня несколько человек травмированных. Они не могут принимать участие. Более младшие выступают. Так бы, если бы все были в строю, то можно было побороться. Но боюсь, что команды сильные. Вот из этих трех команд, которые разыгрывают первое, второе, третье место, боюсь, что мы можем проиграть. Можем оказаться на третьем месте. Ну, как пойдет игра. В последний день футболисты играют очень напряженно. Они добиваются победы не только для своей команды. Это важно для всей школы. Подготовились мы к этому турниру очень даже хорошо. Ну, с этой командой мы завоевывали бронзу и серебро 3 года назад. И думаю, то, что у нас все получится. Соперники, конечно, сильные. 9-8 школа – это тоже футболисты там. Надо стараться, чтобы победить. Просто так мы не сможем победить. В итоге места распределились следующим образом. Абсолютным лидером первенства по футболу стала школа номер 9. На втором месте 8-я и бронзовый призер – школа номер 11.